Сегодня в стенах Улан-Удэнского комплексного центра социального обслуживания доверия отметили особо отличившихся со всей Бурятии на Неве нелегкой, но благородной профессии социального работника. Римма Махсудовна посвятила этому делу почти 30 лет. Пришла, посмотрела, понравилось и с людьми работать. Как-то вроде бы даже не могу объяснить. И так и осталось, и всю жизнь посвятила. У нас проживающие, они особенно люди, им нужно много внимания уделять и особый уход. Ну, доброта. Тяжелая работа, в общем-то. Тяжелая. В Бурятии отрасль включает в себя не только государственные, но и частные учреждения. Их сегодня тоже не обошли вниманием. Арина Сергеевна начала свой путь в госучреждении, а сейчас уже 5 лет руководит частным центром соцподдержки. Они у нас оказывают социально-бытовые услуги. То есть сходить в магазин, приготовить еду, накормить, затопить печь, принести воды, вымыть полы, вытереть пыль. Да? Вот такие именно... Там бытовые домашние услуги, которые в силу возраста наши бабушки и дедушки не могут сами сделать самостоятельно. Сегодня в Бурятии работают 21 отдел соцзащиты населения, 14 учреждений для пожилых и людей с инвалидностью, 19 центров помощи семьям и детям и 21 негосударственное учреждение. Каждый третий человек в Республике Бурятия, это 370 тысяч человек, находится под вашей заботой, вниманием, социальным обслуживанием. И каждый из вас своим ежедневным трудом вносит частичку своего доброго сердца, открытой души для того, чтобы этим людям было хорошо, тепло и было всегда понятно, что государство с ними, и оно заботится о них. Награждаем самых лучших, самых активных нашей отрасли. Порядка 20 у нас наград будет федерального уровня, регионального уровня, очень много наград и наших ведомственных наград. Я хотела бы сегодня, вот в День профессионального работника, поблагодарить всех наших сотрудников за то милосердие, человеколюбие, сострадание, которое они относятся к нашей категории. Дорож Себеданов, Александр Семенов, телекомпания АТВ.